бесят меня, ребят, они мне мешают снять. Мы с Русом сидим, обсуждаем, как мы поедем вообще сегодня прыгать с парашютом. Нет, я прыгну. Ну вот сейчас я готов поспорить хоть на лям, хоть на два, хоть на... Давай на миллион рублей поспорим. Мы сели на наш прекрасный фиолетовый катамаран, а мальчики пашут, мы с Русом отдыхаем. Мы приехали к танцующему лесу, сейчас сейчас мы будем наблюдать за тем, как деревья выпивают и танцуют. Всем привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать именно тебя на моем канале. Я сейчас нахожусь в Калининграде, у Руса дома. Калининград — это его родной город, по крайней мере, тут живет его семья на данный момент. Ну и мы прилетели всякие дела тут переделать, да и к тому же в Калининграде очень тепло, красиво, поэтому сегодня я решила снять для вас влог, потому что мы сегодня с Русом прыгаем с парашютом. Да, вы не ослышались. Я, по крайней мере, еще сомневаюсь вообще, сможем ли мы это сделать. В общем-то, сегодня 25 градусов в Калининграде. Именно поэтому мы прямо сейчас отправляемся завтракать, так как на часах у нас 10 часов 47 минут, понедельник, 10 мая, и сегодня день будет просто вау какой. Не буду долго балаболить, поэтому я желаю вам приятного просмотра, набираем 100 тысяч лайков под этим видео, выпускаю еще один влог из Калининграда, а этот влог будет очень интересный. Я думаю, в начале ролика по небольшой нарезке вы и так это увидели. Поэтому я желаю вам приятного просмотра, и мы можем начинать. Выходим на улицу. Рустам! Отстань! Бесит меня, ребят, они мне мешают снять. В общем, ребята, сегодня в Калининграде очень жарко, как я уже сказала. Я вышла на улицу, мы прямо сейчас с Русом поедем где-нибудь покушаем, потому что мы еще не завтракали. У Руса сейчас была встреча с его знакомым в школе танцев, и там очень много девочек и ребят вообще, которые меня узнали. Спасибо вам большое за то, что вы есть, это реально классно наблюдать за вашими эмоциями. А я с таким голодом, блин, внутри, но с таким счастьем. Сейчас отправлюсь покушать еще. С нами поедет друг, который поможет сегодня мне снимать этот влог. Также оператор, который снимал клип под песню «Влюбился в нее». Песня, которую мне посвятил Рус. В общем, сейчас мы вызываем такси и отправляемся кушать. Потому что, ну реально, ребят, я такая голодная, что с ума сойти можно. Сейчас я вам покажу Руса. Рустам, пару слов. Меня Руслан зовут. А, да, точно, ты Руслан. В общем, вот такая вот у нас там Святая Троица. Еще один человечек спереди сидит. Нас уже стало больше. Мы с Русом сидим, обсуждаем, как мы поедем вообще сегодня прыгать с парашютом. В каком ахере мы будем. Запомните мои слова, подожди, она не прыгнет. Она сейчас кидает понты, что да я там прыгну. Нет, ты не прыгнешь. Я прыгну. Отвечаю, и вот тут надо будет просто вставку где-то. Я не буду. А с чего ты взял, что у меня будет такая реакция? Я уверен. Нет, я прыгну. И вот сейчас я готов поспорить хоть на лям, хоть на два, хоть на... Давай на миллион рублей поспорим перед подписчиками. Давай? Да нет, тогда... Все, сломался. Давай на сотку поспорим, вот реально. На сотку? На 100 тысяч? Да, вот я тебе сейчас отвечаю, а ты не прыгнешь. Давай. Ты мне уже проспорил на день рождения полляма. Не факт, ты меня целовал, а я пил, получается, что в тебе тут гонка. А еще Рус должен был вам рассказать, куда мы сегодня поедем, помимо прыжка с парашютом. Что тебе, экскурсовод? Нет, ну скажи, я просто не знаю, как объяснить. Мы поедем, возможно, скорее всего, да, поедем на Курскую косу. Вот, кто из Калининграда, тот знает, что это за место. Такие вот дела, возможно, поедем, возможно, нет. А что это за место такое? Что там вообще? Для тех, кто не знает. Для тех, кто не знает, пускай загуглят. Я еще экскурсовод. Ну там, ты говоришь, залив или как? Залив, пролив, недолив, отлив и слив. Мне еще твоя мама сказала, что там такие деревья все кривые. А, это какой-то... Пьяный лес называется. Пьяный лес? Да. Танцующий. А танцующий?
Короче, все мы вам... У меня в голове это по-своему. Короче, все мы вам покажем скоро, только надо покушать. В общем, ребята, вот так вот выглядит этот прекрасный торговый центр Европа. Вон он справа. Также тут есть отель. Вон стоят два Вани, которые будут сегодня нам помогать снимать. Такие два красавчика потрясающих из-за света. Господи. А это Рус выходит из машины. Кстати, ребят, тут в Калининграде очень низкие цены на такси. То есть, чтобы вы понимали, на такси можно потратить 100 рублей, 80 Карин, рублей. Я тебе открою секрет, это не цены низкие, это расстояние. Понимаешь, что как бы, если в Москве ездить надо по 10, 15, 20 километров, то тут 1-2. Ну и все равно цены низкие. Ну, можно объехать... Относительно своей дистанции, расстояния, обычные цены. Ну и можно объехать весь город буквально за 20 минут. Я думал, скажешь, за 20 рублей. Не за 20 рублей, за 20 минут. А еще этот торговый центр немного похож на ТЦ-галерея в Питере. Мы с Русом это поняли недавно. А еще в Калининграде очень вкусные пиццы готовят. Прям они нереально вкусные, поэтому сейчас я обязательно съем кусочек. Надеюсь, вы меня не убьете за это. Да-да, я надеюсь. Оригинал, можно сфоткать? Сфоткать, можно сфоткать? Сотка? Можешь твой сфотографировать? Девочки, вы попадете в мой влог, можете помахать. Привет! Все, девочки в шоке. Спасибо. Хорошего дня вам. Я не знала, ребят, что в Калининграде столько людей меня знают. Прям все меня узнают, и это меня... Это меня безусловно радует. Мы пришли в наше любимое место, где сейчас мы будем кушать, и где Рус постоянно раньше заказывал пиццу, которая называется 4 как времени года, или как? Да, я с рождения ее заказываю, с лет 3. Короче, пицца, которая разделена на 4 части, и она разных вкусов. То есть первая часть там, например, с грибами, вторая с мидиями, третья с креветками, четвертая там, по-моему, с колбасками. И сейчас Рус решил наконец-то заказать что-то новенькое. А я что-то сейчас... новенькое, наггетсы и картошку фри. Ну, как обычно, впрочем-то. Я сейчас покажу, что закажу я. Я очень голодная. Я решила взять вот такую вот пасту с грибами и кальмарами, и также куриный супчик. Ну и кофеек. Они многовато тебе? Нет. Мне принесли кофе. Вот такое вот красивое. Кстати, в последнее время, ребят, я пью не капучино, а латте. Пришли вот эти вот два красивых парня. Два Вани. Рус. Которому принесли смузи из киви. Красивая официантка принесла. А Рус ревнует, да? Нет. Принесли куриный суп Русу, вот такой вот красивенький том-ям. Так что пожелайте нам приятного аппетита. Приятного аппетита. Так, свой суп я уже съела, и тем временем Ваня принесли вот такую вот красивую пиццу с грибами. Я бы, конечно, отведала такую красоту. Пожелайте и Ване приятного аппетита. А это еще один Ваня, прикиньте, два Вани. И они геи. И мы геи, да. Принесли мою красивенькую пасту. Русу принесли его фирменные, так сказать, картошечку с наггетсами. У меня один вопрос к тебе. Ты, ну, типа, схавала пиццу сейчас за кадром? И сейчас схавала уже тебе, ну, немного на завтра? Ну, я голодная. А я прямо сейчас считаю калории Карины, сколько она у нас покушала. Смотрите, а у нее завтрак составляет 1000 калорий, а суточная норма 1400. Как он такое? Но она пока еще не знает. Она еще не знает о том, сколько она съела. Сейчас она будет плакать. В общем, мы решили сейчас двигаться в сторону Верхнего озера. Будем кататься на катамаранах, так как сегодня прекрасная погода. Ну и посмотрим сейчас вообще, что как, потому что я никогда тут не была. И я думаю, что должно быть очень круто и красиво. Мы пойдем пешком, кстати. Народу, ребят, в эту погоду. Посмотрите просто сколько. Это мы чисто вышли из торгового центра. Просто толпа. Офигеть. Центра, а Карина так орёт, чтобы все на нее посмотрели. Да. Все, смотрите, я снимаю. Вот мы и пришли, ребятки. Можно сказать, что лето 100% началось вот с этой секунды, потому что прямо сейчас я чувствую себя действительно на курорте. Посмотрите, как красиво. И очень-очень жарко, так что я даже сняла свою зеленую курточку. Нафиг я ее надевала, я, конечно, не поняла, но мы сейчас будем кататься на катамаранах. Здравствуйте, мужчина. Гуляем. Мы пришли покупать билеты. Посмотрите, ребят, тут есть еще автомат, чтобы это можно было, так сказать, купить сразу всякие сладости, но они нам не пригодятся, потому что нам сказали, что нужно еще 15 минут ждать, чтобы залезть на катамаран. Вот, поэтому мы сейчас пойдем погуляем. Ну что, ребят, я сняла еще и кофту, потому что на улице очень-очень жарко. Угадайте, что будет следующее? Господи.
Посмотрите на этот красивый лимонад, который нам взяли два Вани, с которыми я вас уже познакомила. Вот, ну и я наслаждаюсь этим лимонадиком, потому что прямо сейчас у нас уже посадка в катамараны, прикиньте. Мы сели на наш прекрасный фиолетовый катамаран, дует ветерочек такой тепленький, прекрасный. А мальчики пашут, мы с Русом отдыхаем. Как и всегда. Наш корабль называется «Анаконда». Наш корабль идет ко дну. Помоги мне, я утону. Кстати, ребят, чтобы вы понимали, видите вот эту прекрасную подвеску у меня на шее? Я в инстаграме в своем рассказывала, что мне ее подарил Рус. Это потрясающий медвежонок. Не знаю, видно вам или нет, потому что мне не видно вообще даже, что я снимаю. Ну и пока мы сидели в ресторане, я типа отошла в туалет, но на самом деле я купила Русу тоже подвеску, которую он сейчас будет открывать, как у него появится настроение. Так что я не смогла это снять, было попалевно, что я в туалет типа иду с камерой. Ребятки, ветер очень сильный, поэтому, возможно, я подставлю музыку. Сейчас Рус будет открывать ту самую штучку, подвесочку, о которой я вам говорила. Мы катаемся, ребят, уже 32 минуты, и я не представляю, как ребята могут все это время крутить педали. Мне просто сидеть комфортно и очень уютно. Я не знаю, как там им, конечно. Вот, ветерочек поддувает, лимонад я уже допила. Мы уже приближаемся к нашей базе, чтобы нас вытащили из этого катамарана, потому что мы уже накатались и прошел практически ровно час. Мы пойдем дальше гулять, и мне нужно будет зарядить камеру с телефоном. А также я опять съем 10 паст на 10 тысяч калорий. Ребят, чтобы вы понимали, меня там девчонки стоят и ждут, потому что я каталась на катамаране, и как бы, блин, чтобы вы понимали, сколько ребят меня ждали. Вы серьезно сейчас? А как вы меня нашли, скажите? Охренеть. Давайте фоткаться. Прикиньте, ребят, меня по историям. Посмотрите, сколько человек нашло, еще меня там ждут. Очень громко долбит музыка, ну и, соответственно, колесо обозрения, куда мы хотели бы залезть, но там будет очень жарко, потому что будки эти, они закрытые. Поэтому мы сейчас идем заряжать наши все устройства и гуляем по парку, где очень много народу. Ребята, Рус называет сквиш свишем, а Simple Dimple называет Simple Bimple. Это правильно. Это новое название. Нет, это оригинальное. Мы пришли, ребятки, в итальянский ресторан, взяли пауэрбанки вот такие вот, и сейчас будем что-нибудь холодненькое кушать мы или пить. Мы будем играть в Simple Bimple. Будем играть в Simple Bimple. Не Dimple, а Bimple. Вот такой вот у нас отдых. Прекрасный, надо мной угорают все. Рустам, пару слов для прессы. Simple Bimple. Посмотрите, ребят, как красиво тут. Красиво тут. А там такое себе. Нам принесли мороженое, ребят. Посмотрите. Какая красота. Я взяла себе два шарика. Это пломбир и Баунти. Баунти или Рафаэлла? Рафаэлла, со вкусом Рафаэлла. Я что... взял 5 шариков. А Рус взял 5 шариков. Так что у нас вот такой вот релакс. А вот и мои сырнички, кстати, ребят. Сейчас немножечко о грустных новостях. Нам только
только что сказали, что прыжок с парашютом переносится на завтрашний день, так как сильный ветер. Ветер реально сильный, настроение чуть-чуть подспало, но ничего страшного, ведь мы сегодня очень круто проведем день, у нас еще очень много времени. И завтра я сниму для вас в этот же влог, как мы будем прыгать с парашютом. На улице, кстати, ребята, уже не так жарко, мы продолжаем гулять по парку, подкрепились, но по-прежнему думаем о еде в том плане, что мы поедем сейчас за шашлыками, потом к морю и будем там готовить, так сказать, ужин. Вот, весь влог у меня сегодня о еде, потому что отменили этот, блин, парашют, прыжок, но завтра будет круче, поэтому я вам показываю обстановку, и мы едем за шашлыками. Это прямое включение. Карина отправила нас за черешней, а сама осталась лежать с Русом в парке под елкой. Что же они там будут делать, мы узнаем, когда придем. Это камера под елкой. Так вот, мы попали на рынок, калининградский рынок. Вы посмотрите, это просто шикарно. Мы сейчас ищем черешенку. Посмотрите, как здесь все просто. Самый настоящий рынок. Так, подходим к месту заказа, доставки. Вы не снимали мне как... Поставьте 5 звездочек, пожалуйста, в Яндекс.Еде. Я ставлю 5 звезд. Вы снимали влог, как вы мне идете покупать черешню. Ребят, чтобы вы понимали, мне реально приспичило поесть черешню. Я не хотела это вставлять в влог, потому что все о еде сегодня. Но, блин. Короче, ладно. Не только сегодня, и не только во влоге. Все, ура. Причем у меня вот один вопрос. Люди, которые подходят фоткаться к Карине, почему вы все говорите, что ты тиктокерша, она не тиктокерша? Спустя время, ребятки, уже вечер, чтобы вы понимали, мы вот так вот затарились, у нас сейчас будут шашлыки. Я уже... все платил, как всегда. Красивейший закат скоро появится, там появляется уже чуть-чуть, можете обратить на это внимание. Мне Рус сказал, что прыжок с парашютом оказывается не завтра, а послезавтра, но ничего страшного, я же все равно для вас как бы влог снимаю, показываю все, что я делаю, все, чем я занимаюсь, так что если вдруг даже не получится, я обязательно это сделаю, выложу в свой инстаграм. Но получится, я уверена, ребят. Вы увидели уже в начале ролика, получилось или нет. Если нет, то excuse moi. Ребята, это, кстати, машина, которую мы взяли на время в аренду, так сказать. Ну и посмотрите на то место, где мы сегодня будем готовить шашлычки. И посмотрите на этот потрясающий закат. Я хочу, чтобы вы просто посмотрели на эту прелесть. Как вам, ребят, такая романтика? Это Калининград, внимание, чтобы вы понимали, не Мальдивы. Но красивее тут, я думаю, раз в 100. Мне очень нравится этот закат. Это капец просто. Короче, ребят, пока не стемнело, вы сейчас будете угорать. Но мы едем к Ване, к одному из двух Вань. Едем готовить шашлыки туда. Почему? Потому что у нас ничего толком нормально не получилось. Ну, как бы процесс-то окей, нормальный, но покушать-то на полу нам как-то неохота. Поэтому мы будем за столом с нормальным мангалом все это дело делать у Вани. Поэтому мы прямо сейчас едем туда. Нам ехать буквально 10 минут, и там я уже подсниму для вас процесс. Но это угар. На часах, дорогие мои, 22:50. У нас тут вот такая вот обстановочка. Очень много еды. Я порезала салат. Вон там вон костер. То есть у нас такая вот атмосферка. Перед сном чисто перекусить. Показываю вам костер. Там уже почти прогорели дрова. И уже совсем скоро Ваня поместит шашлык сюда, который будет готовиться. Вот так вот выглядит эта атмосфера со стороны. Чисто на релаксе отдыхаем. Вот.
в тапочках. В общем, Калининград. И этот, смотрите, вот так вот выглядят шашлыки, которые мы будем кушать. Правда, они должны приготовиться. Такая красота. Так что, ребятки, я вам покажу готовый результат, и мы пойдем спать, потому что я уже хочу спать. В общем, ребята, у нас получились очень вкусные шашлыки. Я чувствую себя обзорщиком продуктов. Знаете, вот такие вот всякие блогеры, знаешь, на ютубе есть. Типа. Весь день они еда. Да. Сейчас мы будем с вами пробовать шашлычок, а сейчас мы в ресторане, сейчас мы во втором ресторане. В общем, курица получилась офигенная. Перед сном самое то. Но мы, правда, сейчас спать ложиться не будем, через пару часиков, так сказать, за 2 часа до сна. Вот, так что пожелайте мне приятного аппетита, я спать потом пойду. Ну что, всем огромный привет, мои дорогие. Мы оставались у Вани после такого прекрасного плотного ужина. Сегодня я не буду вещать много о еде, но, по крайней мере, покажу вам свой прекрасный напиток. Это айс-латте. Сегодня на улице 26 градусов. Жара нереальная. Мы приехали к морю, сейчас будем гулять, снимать тиктоки, потому что мы вчера с Русом выложили очень крутой тикток, который, к глубочайшему сожалению, заблокировали. Что у меня, что у Руса на аккаунте. Сегодня мы постараемся провести этот день максимально незабываемо, ну и очень надеемся, что завтра у нас все-таки получится прыгнуть парашютом. Если не получится, я прыгну в Москве. В общем-то, настроение прекрасное, мы идем гулять. Я купила янтарь. Бабушка попросила бусы, написала вот такое сообщение. Поэтому я выполнила ее желание и взяла еще Полине. Не скажу, что. И маме. На улице неимоверная жара, ребят. Как вы можете заметить, уже несколько человек почувствовали себя не очень хорошо. В общем, гуляем. Прямо сейчас еду на подъемнике, потому что нам бы пришлось подниматься до машины очень-очень высоко. Нам стало лень, тем более в 27-градусную жару, поэтому мы решили подняться на таком подъемничке, который уже жизнью немного потрепанный, но очень погода как бы прекрасная внутри, не так жарко, как если бы мы поднимались. Поэтому потрясно. Я поднимаюсь с видом прекрасным. Хотелось бы, конечно, еще на Мальдивы сейчас полететь. Вот, но мне нравится ее в Калининграде. Но на Мальдивы я тоже скоро буду. Сегодня продолжается наше путешествие, дорогие мои, и сегодня также последний день, когда я нахожусь в Калининграде, потому что завтра я улетаю обратно в Москву, и у меня будет очень-очень много дел. Я не знаю, буду ли я снимать вторую часть влога или нет, но так или иначе, сегодня мы приехали на Пушскую косу, где очень-очень красиво, покрасивее уж даже того места, где мы собирались с ребятами жарить шашлыки, а потом поехали в другое место. В общем-то, будет очень круто, я вам покажу все эти красоты. Сейчас мы приехали до кафешки, потому что я захотела в туалет. Впрочем, ничего не меняется, но мы ехали 1.5 часа, и сейчас мы уже находимся на природе, где даже в лесу могут встретиться животные. До такого, прикиньте, дошло, я офигела. То есть говорят, что может даже через дорогу какой-нибудь кабан там пробежать, прикиньте. В общем, природа самая настоящая и пахнет тут невероятно круто, поэтому сейчас я быстренько сбегаю в одно отделение прекраснейшее, и мы отправимся дальше, я покажу вам все красоты. Погнали! Я сходила в туалет. Мы
приехали к танцующему лесу, сейчас пьяному будем... лесу. Да, к пьяному лесу, но вообще его называют танцующим. Сейчас мы будем наблюдать за тем, как деревья выпивают и танцуют. Смотри. Смотрите. Можете обратить внимание, ребятки, дерево, которое уже чуть-чуть много выпило. Вот. Чуть-чуть много. Чуть-чуть много выпило. Там дальше деревья, которые тоже чуть-чуть много выпили. Жалко, ребят, что запах, который тут есть, я не могу передать вам через экран, но вы не представляете, насколько тут пахнет прям реально природой, насколько тут красиво, насколько тут круто. И вообще ходит легенда, почему тут большинство деревьев как бы искривленные, то, что с одной стороны как бы ползали жуки, именно из-за этого дерево немножечко прогибалось, как будто бы преграда. Знаете, это просто видео выглядит, как будто Карина делает научный видос на «Орел и решку» хочет, типа, ведущий быть. Да-да. Ты не прошла. Я знаю, что я не прошла. Но, в общем, я хотела максимально вам донести информацию. Просто знаете, что это очень круто. Ну а прямо сейчас мы приехали на дюну Эфа, это самая высокая точка в Калининграде, так что сейчас будем смотреть вообще, потому что ветерочек так поддувает, прохладненько становится, но говорят, там очень красиво, поэтому погнали. Ну что, мы оказались в ресторане, где очень тихо, поэтому я говорю не громко, на меня все смотрят, поэтому мы будем заказывать вкусные блюда молча, и вы понаблюдаете за процессом. Так, ну что, ребятки, я уже дома, чувствую себя хорошо, в особенности после ресторана, после долгой дороги нужно немножечко отдохнуть. Хочу сказать вам большое спасибо, что вы досмотрели мой влог до самого конца. Возможно, он получился не такой насыщенный, хотя я постаралась сделать его максимально интересным, как я люблю делать свои влоги. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали. Я передала вам ту самую атмосферу, надеюсь, что мне удалось, конечно, это сделать. Атмосферу жары, атмосферу прекрасной погоды, природы, атмосферу Калининграда, в конце концов. И у меня очень много подписчиков, как я поняла, из Калининграда. Это тоже очень круто. В общем, я вас люблю, дорогие мои. Спасибо, что досмотрели это видео. Всем пока-пока. До скорых встреч. Let me go, let me out.